Наладили отношения с большевиками? Этим похвастаться не могу. Ненавижу. Черноморского флота больше не существует. А впрочем, и Балтики тоже. Большевизм раздавит Россию. Она не готова к борьбе с ним. Хотя, впрочем, Россия никогда ни к чему не готова. Это ее обычное состояние. Понимаю, но сделать ничего не могу. Постоянное состояние и русского человека. Ну да ладно, что-нибудь придумаем. Ну что ж, Бог даст, свидимся, Сергей Николаевич. Прощайте. Получив золотое оружие от монархической лиги георгиевских кавалеров, Колчак уехал в Америку, возглавив военно-морскую миссию. Ах, если бы... И Россия на время рассталась с адмиралом, чтобы встретиться с ним в сибирских снегах. Именно там, поддержанный всесильной Антантой, он и станет тем Колчаком, которого знаем мы. Россия забудет, что он был прекрасным минером и талантливым флотоводцем, полярником и гидрографом. Прощайте.